Тут, посмотрите, оказывается, даже в Fallout'е можно на металл сдавать тележки. Я скачал специальный мод просто. Можно разбирать тележки на металлолом. Вообще здорово. Я последний видос сделал как раз про это. Сейчас я в супермаркете нахожусь. Фрезы какие-то. Так давайте-ка разберем. Херак! Запчасти готовы, отправились в мой инвентарь. Из этих самых запчастей, из больших и маленьких, я смогу сделать на верстаке металлолом. А металлолом уже сдать NPC. Получить за него опыт и крышечки. Вообще здоровский мод. Только вот я уже ходить не могу, перевес. Вот. То в Майнкрафте, блин, тележки ворую, то ворую в Fallout'е. Такая вот жизнь, житуха.